журналистики скромность. Место победителям в первом ряду. В главной студии ТНВ сегодня журналисты и фотографы республиканских СМИ, которые с самого начала конкурса следили, освещали, рассказывали. Наконец, яркое завершение в объективе их будущие коллеги. Алия Сабирова, Булякнане. Ура! Как держаться в кадре, говорить с экрана и брать интервью, Алия Сабирова из Арска давно знает и практикует на детской телестудии в родном городе. А теперь большие планы и на ТНВ. Хотела бы попробовать себя в качестве ведущей новостей, возможно, корреспондентом, а в дальнейшем реализовать свой проект, продвигать его на телеканале. Алия признается, без помощи семьи и руководителей победа бы не состоялась. И сегодня вся группа поддержки в сборе. С ней 4 года занимались, выиграли международные, всероссийские конкурсы. И не победить в этом конкурсе, для нас это была бы катастрофа. Сирина Сахапова буквально запрыгнула в последний вагон уходящего поезда. В последний день подала эссе на первый этап конкурса. Поступать собиралась на журналистику, филологию или педагогику. И вовремя услышала «Айда» на ТНВ. Это вообще было как-то неожиданно. Я так сильно радовалась вчера, когда мне об этом сообщили, потому что это значит, что у меня дальнейшая судьба просто изменится. Инзиля Хусаинова, с 5 класса писала стихи и рассказы. Инзиля Хусаинова всегда мечтала первой узнавать все самое интересное и рассказывать это другим. Телевизионного опыта не было, но желание его получить все больше. Когда писала сочинение на первый тур, я еще не думала, что пройду в финал и стану победительницей. Для меня это огромная радость и гордость. Конкурс стартовал 5 апреля, и за короткий срок на него заявились 41 претендент. Эссе, видеопрезентации и самое сложное – интервью. В тройке победителей нет случайных людей. Это только начало большой работы, потому что конкурс будет продолжаться. Каждый год мы будем набирать будущих студентов на этот конкурс, для того, чтобы они могли учиться и потом становиться талантливыми, потрясающими журналистами. У победителей пока одна задача – успешно сдать госэкзамены. Тогда ТНВ гарантирует им учебу за счет телекомпании в КФУ. А мы ждем их у себя в редакции. Лена Анатольевна, Марат Сайдгараев, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.